Виталий Тимофеевич Тимофеев – ребенок войны. Страшные события 41-го он встретил в деревне Пизипово Чувашской республики. Ему было 7 лет. Начал работать с 7 лет в сельском хозяйстве. При матери работал звеневодом, помощница. Мать работала в войну заместителем бригадира в колхозе. Отец собрали на фронт, как началась война. Через 2 месяца. В годы войны семье приходилось тяжко, есть было нечего, питались липовой корой. Питались липовой, вот это молодняк, кожуру снимали, а древесину молотили чрезмерно, жирновку крутили, делали муку, превратили лепешку в русской печке. В годы войны Виталий ходил в школу, а сразу после учебы бежал на работу в колхоз, где запрягал лошадей и собирал урожай. Коров давали, чечевицу давали, за работу, еду. Общего котла в колхозе раздавали. Черпаком тебя днем на обед, все бесплатно. После войны Виталий Тимофеевич закончил среднюю школу. В 1952 году пошел в армию. После поступил в Тамбовскую военно-воздушную академию на летчика. И в 1955 году приехал в наш город. Здесь мужчина работал слесарем на третьем заводе.